Всем привет, друзья! Вы на канале Мишаня 2.0. Я Папаня Мишаня. Сегодня у нас очередная распаковочка Bob Snell. Это не реклама, это чисто от себя распаковываю. Мне интересно. И плюс и тут еще есть вкусные вот эти сладости. А так, если для спортивного интереса, то я бы хотел бы, может быть, дособрать вот эту коллекцию. Естественно, попадаются какие-то повторочки. Повторочки я, конечно, кому-то иногда подариваю. Либо мы это как-то в конкурсе разыграем. И из самых моих любимых, ну, это может быть вот этот... Тонис мне нравится, да, и няшный, может быть, вот эта улиточка, как раз, которая поедает у нас клубничку. Кстати, скоро будет клубничка, если ты любишь клубничку, лайк, подписка, комментарий. Итак, давайте сегодня распакуем. Так. Вот потяжелее. Хотя... Давайте вот эту. Вот это как-то тут более свободнее. Даже не знаю, что тут находится. Распакуем и посмотрим. Друзья, ребята, посмотрим. Давайте раз так, раз открыли. Кстати, по-другому ты никак не откроешь, потому что они тут все так классно сделали. Шо, ты же не узнаешь, какой там внутри герой. Так. Кстати, если по звуку, то либо по весу, может быть и пожирака, гмоша, либо, но эти тоже тяжело. Ой, тяжело вот эти на ощупь. Так, смотрим. Класс! Отлично. Так, в детали, которые мне выпали, когда я открывал. И значит, мне сейчас попалась витаминка. Вот такая девчонка, женщина с ушками, которые как у эльфа. Сверху у нее как будто волосы в виде капусты. Сидит она. Сидит довольно успешно. И все ее устраивает. На голове у нее... какой-то шапка какая-то. Что это такое? Если ты знаешь, тоже напиши мне в комменте. Так, значит, она почему-то удивлена. Ну, если ты витаминка, ты вообще должна быть самая счастливая и самая радостная. Ну, вроде как радостная, но она как будто как перепуганная, да? Вот скажите, вот кто знает, вот мне кажется, она как будто перепугана, удивлена. Чему она удивлена, я не знаю. Тут уже ничего не скажешь. Так, дальше у нас идут снова вот такие роллы. Так, Apple банана. Ну, почему-то Apple банана постоянно попадается. Может быть, они чередуются иногда. Но мне нету самого главного цукрона. И мне остается совсем чуть-чуть, ребята. Мне остается совсем чуть-чуть. Мне цукрона остается. Доктор Е мне остается. Химоза мне остается дособрать. То есть три персонажа, и получается у меня коллекция будет собрана. Вот это класс, если честно, мне очень нравится. Друзья, лайк, подписка, комментарий, дальше будет интереснее. Это был канал Мишаня 2.0. И Папаня Мишаня, лайк, пожалуйста, вот такие собачьи классные глазки, щенячьи. Пока!